Такой насаженный на древко, это являлся достаточно грозным оружием, потому что он имел громадную пробивную силу. Воин мог не работать как в первом ряду, так и во втором. Нанося длинные удары. Алексей Игоревич, прошу, покажите, как со второго ряда работали алебарды, со второго ряда, да, на амплитуде. То есть из-за длинного рычага данный топорик, в принципе, очень... Все, хорошее действие. Все, подождите, господа, на места. Соответственно, Гер Конрад вооружен у нас двуручным мечом.